Нам всем надо избавиться от мысли, что кто-то за нас придет и устроит нам наше благополучие. Если сидеть и тупо ждать лидера, спасителя, мессию, Робин Гуда, который позаботится о всех бедных и обездоленных, не сомневайтесь, он обязательно придет. Он будет харизматичный, он будет нравиться и мужчинам, и женщинам. Самое главное, он будет многообещающий. Но имейте в виду, это будет следующий диктатор. Так в свое время приходил Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, Пиночет, Фидель Кастро. Поэтому не надо ждать лидера, спасителя. Становитесь лидерами сами. Становитесь активными. Вступайте в политическую партию «Алга Казахстан». Становитесь активными. Становитесь, и мы сами позаботимся о своей стране. Мы будем решать, какой будет страна. Ведь кроме богатств несметных в нашей стране, есть у нас народ талантливый и трудолюбивый. И мы вместе построим богатую и процветающую страну. Алга Казахстан.